Уже завтра к работе приступит глава администрации столицы республики. Сегодня депутаты Чебоксарского городского собрания утвердили кандидатуру Алексея Ладыкова на должность сити-менеджера. В президиуме Чебоксарского городского собрания депутатов глава города Леонид Черкесов на этом заседании был один. Обычно компанию ему составляет глава администрации города, а его как раз предстояло выбрать. Изначально на должность претендовало 3 человека, со всеми кандидатами работала конкурсная комиссия. Поскольку конкурсная комиссия выявила из 3 претендентов одного, который посчитала достойным, который более и четко сделал программу развития города и представляет данную кандидатуру на утверждение уже городском собрании депутатов. Такова процедура. 23 октября состоялся конкурс на замещение должности главы администрации города Чебоксары в форме индивидуального собеседования. По итогам голосования победителем конкурса на замещение должности главы администрации города Чебоксары единогласно признан Ладыгов Алексей Олегович. Депутаты явно ждут, что в историю города старый глава впишет новую главу. Алексей Ладыгов, который является сити-менеджером с 2011 года, заявил: «Впереди у города и республики важные даты, уровень развития столицы Чувашии нужно выводить на новый этап. Но из прежнего курса сворачивать нельзя». Это опять я. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Готов работать. Работа администрации города строилась и будет строиться на принципах открытости, прозрачности, публичности. Основные направления, которыми мы занимались и будем заниматься, это создание рабочих мест, это достойная заработная плата, это развитие жилищного строительства, конечно, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, это развитие досуга, это социальная, транспортная инфраструктура, но и особый акцент нужно сделать на туризм. Кто за то, чтобы главой администрации города Чебоксары назначить Ладыкова Алексея Олеговича? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Итак, абсолютным большинством голосов главой администрации города Чебоксары избирается Ладыков Алексей Олегович. Вновь избранный сити-менеджер сразу же занял свое законное место. Табличку, как и после выборов главы города, менять не придется. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.